Всем привет! Проходим Half-Life. Какой-то краб что-то там нервничает. Кья! Надя по спинке. Ломиком спину тебе почешу сейчас. Не нравится ему, говорит. Спина болит. Только зябка тут опять. Провалился сквозь текстуру. Так это нормальное явление. А зачем тут еще один ломик? Это типа если там в начале раунда не взял, то тут возьмешь. Тут все в динамите. Лучше не буду трогать. Зато в этой игре можно спускаться по лесенке и заряжать оружие. Причем двумя руками. Закрыйся, закрыйся. Ути-ути-пути. Опять милые собачушки. Ты где? У кого у вас есть под моста? Дрянь такая. Сейчас прокатимся на этой телеге. И тебя бомбанем. Тут опять куда-то не туда стреляют. Что за херня? Меня куда-то выкинуло. Так и надо, что ли? Ничего-то не... странно. Ку-ку, ку-ку. Кто здесь? Плеватель. Ничего, ему, говорит, не нравится, что в него стреляют. Теперь надо по трубам скакать. Эх, ты там опять залез. Нася тут склад токсичных веществ. Да куда мне на? А там оружие. Как взять? Что за приколы? Я не умею летать. Ну, мне их пока и не надо, но... Интересно. Где-то туда положили. И не пробраться. Не успел. А нет, с этой фигни скатываться. Ладно, поехали.
Хм, там интересно, аптечки, но ужили. Как-то удивительно. Может, как-то они и берутся, но... Пока я хрен знает, как они там берутся. О, дружище, мне для тебя патрон. У тебя копыта или когти? Ты как-то в таком качестве в квадратном не особо разберешь. Очередь. Каждому хватит по дробовику в глаз. Вот тут херни-то понаделали в лаборатории. Черная меза. Пыш. Пыш. 1% подлечил. По-моему, в этом раунде эти какие-то херни с клювами долбить будут. По-моему, вот точно в этом уже вон долбятся. Уже долбятся. Все, стащили. На меня. Фигу. Нужно кислород и топливо. Плюс энергия. Тогда можно нажать на кнопочку. Теперь ему отпадал. Сейчас я там заклююсь. Я же говорю. Ну. Пробуем. Только я не помню, куда бежать сначала. Кыш. А бежать куда? Наверное, туда. Ну-ка, свалите нахер. Еще тут вас мне не хватало.
Там я был? Или не был? Ящика. Ящика. Тут, значит, топливо или что-нибудь включается. Не помню. Круто. Надо открыть. Где вы? Еле успел зацепиться. Че, не пробивают, что ли? А, блин. Опять развилки. Опять не туда. Клёвый пистолет. Под водой стреляет. Только я вот зря в воду упал. Опять подниматься надо. Ку-ку. Я здесь. Еще гранатки. Двойной выстрел. Надо вниз спускаться. Вентилятор включить. Лазить-то это однозначно надо. Какого хрена? Трищ. А почему я не успеваю? Чё это такое? О, успел. Теперь-то можно полетать. Понастроили тут опять. Как в этой... в аэротрубе.
получает по башке. Козявки тут бегают. Сдохни, скотина маленькая. Двойной дробью. А ты что, броневик хренов? Кислород поехал, топливо поехало. Один процент полечим. Началась опять колотилка. Я же кинул. Куда идти? Право, лево, лево, право. Нет, туда. Какого хрена вы мне пол сломали? Отведай-ка из моего кубка. Теперь надо энергию включить. Ну тихути, опять козявки прискакали. Многоглазые. Датчики по нулям. Два удара. Языкастые опять тут висят. Мух ловят. Что-то включилось. Лифт. Эй! Опять лифт застрял. Не падает. Я думал, грохнется.
Профессор, где у вас тут электричество включается? Ух ты. Шарахнуло. Ну ладно. Фигня. А вот электричество. Ты где? Расплевался опять. Вот там и живи. Как херня гонят. Нахрен она тут вообще гонят. Мне куда надо? Мне наверх надо. Кнопочка. Питание подключено. Обнаружен тяжелый перелом. Пока ситуация. Вторую-то зову. Давай уезжай. Надеюсь, больше кнопок не надо никаких. Поехали. Как тебя тут запрыгнуть? О, запрыгнул. Кто-то восстановил все питание. Запустим двигатель прямо сейчас. Как кто? Кто же кроме меня? Совершенно не оправдала себя. Теперь, значит, задний ход даем. Возвращаемся к этим, к склювам долбящие. Чё-то я не понял. Он же тут ногу подвернет. Обнаружен тяжелый перелом. А чё, так и должно, что ли? С потерей жизни. Не помню. Питание включили теперь. Там херня током бьёт. Да, ящик. Ящик. Давай сюда. Надо обойти это. Лужу электрическую. Ну, ладно. Один раз. Не проблема.
Тыщ. Долбежка продолжается. Теперь надо ведь наверх. Точно. Наверху кнопка. Блин, чё? Охо. Да как так? Всё. По башке получил. Лови. Мало. Да они что-то вообще не уходят. Себе какие-то. На. Успел. Сейчас я вас поджарю. Тест фаер. Ова. Даже меня поджарило. Горите синим пламенем. Вот и с вами покончено. Да убили. Трое из ларца. Одинаковые с лица. Ух, ногу сейчас подвернет. Аккуратней. Что за херня, куда я тут заплыл? Ты вообще не туда. Воу. Пушка клевая. Убойный ствол. Что за эти херня? Куда иди? Давай, накапливайся быстрее. 93. Вот спустился я в эту дырень. Куда дальше? Блин. Вот выход. Наконец-то. Лечилка. Надо полечиться. То мало ли чё.
Теперь сразу стало легче. Теперь можно и в путь. Где-то выход. Вентиль что открывал? Или закрывал? Опять ногу подвернул. Где выход? Одни трубы. Так, ладно, провалился я нахер. Растяжку нашел. Лечилка. Надо еще лечилку. Потом что-то у меня на две ноги стало хромать. Еще одна растяжка. Кого я вижу? Я поджарил. Насколько я помню, он неубиваемый. По крайней мере, в данный момент. Все. Всех раз. Ну, опять дяденька в пиджачке. Как он так везде успевает? Ну ладно, тут и закончим пока видео. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем пока!